Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Позывной механик, Московская область, город Красногорск. Как давно уже здесь? Второй месяц. Расскажите о вашем подразделении. В нем есть особенности, спортсмены? Наше подразделение в любом случае особенное. Вот. Чем лично вы занимались? Каким видом спорта? Кикбоксингом. Здесь много спортсменов разных направлений, да, верно? Оно так и создано, подразделение. Какие именно у вас задачи сейчас на задании стоят? У нас технические задачи. Вот мы занимаемся технической подготовкой подразделения. Вот, и, так сказать, повышаем за счет техники боеспособность подразделения. Вот. Создали по приказу командиров, так сказать, установили установку эту на автомобиль, создали ее сами, сварили, вот, испытали, работает очень хорошо, качественно, вот, несмотря, так сказать, на всяческие сложности с материалами, вот, нам помогли ребята с приемки металлолома, вот, и мы вот, в общем-то, создали вот этот автомобиль. Как долго вы занимались ранее спортом? Года 4, наверное, занимался кикбоксингом. Ну, в общем, можно сказать, что спорт вам действительно близок. А как вы относитесь к тому, что сейчас активно спортсмены хотят выступать под нейтральным флагом? Многие это одобряют. Вот ваша позиция какая? Я патриот своей страны, поэтому нахожусь здесь. И вот это все нейтральные все эти позиции, они мне чужды совершенно. Вот, поэтому мы здесь находимся ради того, чтобы защищать нашу родину. Вот, убеждения такие. Не страшно здесь? Нет. Кто ждет вас вообще дома? Передайте привет. Моя жена Сабина. Огромный ей привет. Она с города Оренбурга. Вот, и моя семья. Мама, дед. Вот, дядька. Ну, в общем, вся семья моя ждет меня. Огромный им привет. Город Красногорск, привет.